Это на нее не похоже. Не предупредила, не позвонила. Сибель, поклянись мне, ты точно ничего не знаешь. Нет, мама, ты сама видела. Я звоню, но она не отвечает. Я тут подумала, ее нет с самого утра. Я не заметила из-за забот с тобой. Мама, а что, если она опять за старое? Упаси Аллах. Я позвоню Заферу. Сибель, даже не вздумай звонить. Только его нам не хватало. Он полицейский. Он в два счета найдет ее. Что там случилось так поздно? Слушаю, Сибель. Что? Ладно, ладно, хорошо, я понял. Понял, я поеду и поищу ее. Ладно. Нет, нет, она мне ничего не говорила, не звонила мне. Да ты что? А перед уходом что-нибудь сказала? Мы не видели, как она ушла. Сегодня мы ездили к врачу на прием. Мы торопились и упустили ее из виду. Зафер, язык не поворачивается сказать. Но если сестра так уходит, она обычно уже не возвращается. Что случилось? Нермин пропала. Что значит не вернется? Что значит не вернется? Я переверну страну вверх дном, но найду ее. Не беспокойтесь. Хорошо, хорошо. Так, если она объявится, звоните мне. Пока, до связи. Сынок! Мама, мне пора. Сынок, что случилось? Кто опять пропал? Никто, мама, никто. Это Сия? Она снова сбежала. Эта девчонка сбегает даже оттуда, куда сбежала. Нет же, никто никуда не сбежал. Занимайтесь своими делами, никто не сбегал. Ой, достали. Я поняла. Опять пропала эта наркоманка. И они надеются, что ты ее найдешь. Сынок, это хорошо, что она пропала. Оставь ее. Это потом выйдет тебе боком. Прошу тебя, не уходи. Ты же говорил, что станешь главой полиции. Не впутывайся в это дело. Держись подальше от этих дел. У тебя совсем голова не варит. Папа, хватит. Плевал я на этот пост. Не хочу я его. Надоело. Зафер, молодцы. У меня нет слов. В этом доме все отбились от рук. Одна живет с младенцем у рыбака, другой бегает за маньячкой-наркоманкой. Я поражаюсь тебе, папа. А что мне делать, дочка? Бегать за ними с тростью и бить их? Взрослых людей? Ты думаешь, я был в восторге, когда ты порезала ножом своего мужа? Прости, Господи. Тоже мне. Папа! Вы вдвоем в доме. Вы не слышали, как она уходила? Сынок, это вы у нас мастаки прошмыгнуть мимо нас и сбежать. Утром от тебя и след простыл. Наша инвалидка прождала тебя. Благо Дахир подоспел и отвез нас в больницу. Мама, она не инвалид. Пожалуйста, с ней опять что-то приключилось. Нермин, где ты пропадала с самого утра? Что ты пила, Нермин? Чтоб тебе пусто было. Нермин! Мама, помолчи, тише. И не подумаю. Молчи. Идите, идите. Сестренка, все хорошо. Тише, успокойся. Давай поднимемся в твою комнату. Идем. Осторожно. Нермин. Ах, Нермин, ты убьешь меня. Все хорошо, сестра. Проходи. Ильяс. Идем, идем. Садись. Вот так. Ильяс. Да, сестренка. Мне очень плохо. Я так не могу. Ладно. Потерпи немного. Немного потерпи. Сестра, ты слышишь меня? Я сегодня ездил к тете Марьяман. Зафер звонит. Ответь ты. Он столько раз сегодня звонил. Скажи, что я в порядке и сплю. Пусть не расстраивается. Ну где же ты? Не отвечает. Где ты?
Нермин, ты где? Это Илья, Зафар. Сестра пришла домой. Могла бы и перезвонить. Я который час ищу ее по улицам. Куда только не заглядывал. Где она была? С ней все нормально? Нормально, нормально. Она немного выпила. Что? Наверное, сказались лекарства. Ну, дает, ну, дает. И ты молодец. Теперь гордись собой, хорошо? Я тебя поздравляю. Не заботься о своих близких, не заботься о них. Они так все по одному отправятся на тот свет. Дай телефон Нармин, я поговорю с ней. Нет, нет, завтра поговоришь, она уснула. Ильяс, дай трубку Нармин, слышишь? Алло, Ильяс! Я его придушу. Сестренка, тетя Марьяман ничего не говорит. Но я придумал один способ. Я найду твою дочку. Только ты дашь мне слово. Ты больше не будешь падать духом, ладно? Я только издалека посмотрю. Просто взгляну на нее. Поверь, Ильяс. Ладно, ладно. Засыпай. Ильяс, что случилось, сынок? Ничего. Просто выпила. Все нормально. Она только алкоголь пила? Да, да. Какое счастье. Легко отделались. Сынок, теперь с нее нельзя спускать глаз. Хорошо, мама.